have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, начинаем 25-ю часть, собственно, серию мучений Айзека. В ванной ничего нового не будет у нас. Да. Лут повторно никто не ложит. К сожалению. Ладно. Кстати, заметьте, как в начале игра гораздо больше давит на атмосферу, а потом скатывается в обычный шутер. Нет, ну то, что это шутер, тебе дают понять практически сразу, но... Свали. Такой скелет ходячий. Где мне с тебя лут-то искать? Где тебя улетел? Вот ты где. Спасибо. А нам сейчас в Midkain Hunger Bay. Понятно. Давайте распродадимся немножечко, если получится. Мы что-то там подбирали, подбирали, подбирали. О, 37 тысяч, между прочим. Статуечку-то можно... An oddly intriguing artifact from the past. Sell the store for the credits. 30 тысяч статуэточка стоит. Собственно, она нам и купит костюм. Пэнг. За нее ачивку, между прочим, дали. А нельзя ее как-то посмотреть? Ладно, пофиг. Продать, конечно. Нафиг она мне сдалась. Возможно, возможно, это был какой-то страшный артефакт, который мне поможет потом просто ваншотнуть главного босса, я об этом пожалею. Но вряд ли. Прикиньте, если это так. Давайте закупим костюмчик. Заодно узнаем, последний это костюмчик или нет. И нам с вами даже хватит на шайбочку. Костюм каждый раз все больше и больше закован в броню, в металл. Айзеку это, конечно, не помогает, его пробивает все так же, но... Кому же такое? Так, да, одну шайбу закупим. И деньги у нас практически в ноль уходят. Блин. Минуточку, мы отсюда пришли, да? Тут же буквально вот за углом верстак. Дайте я схожу к нему. Cargo Bay. Ну, то есть заодно и чекнем... заодно чекнем, что у нас с костюмом обновилось, а во-вторых... Да, апгрейд 5-й левел. Офигенно! Офигенно. То, что они вылазят прямо во время того, как я в бенче сижу, это же, ну, это же просто, это верх, это божественно. Знаешь, игра, спасибо тебе огромнейшее. Как же я тебя ненавижу, тварину. Да, это не последний костюмчик еще. Ух, как хорошо-то. Тогда предлагаю, наверное, Energy на стазис добавить. ХПшки уже не будет. Да, ХПшки уже не будет. Будет размер стазис-зоны. И duration stasis, это неплохо, но в первую очередь нам нужно добавить energy, поскольку она у нас будет тут являться угловым, узловым звеном. От него будет исходить уже и вверх, и вбок, и оттуда мы сможем качать уже абсолютно все. Если мы сейчас качнем size, то мы все равно будем заперты на двух апгрейдах. Короче, смотрите, это и хорошие, и плохие новости одновременно, потому что... С одной стороны, это все выглядит, как будто уже игра заканчивается. Честно, я на это уже надеюсь. Уже, наверное, вторую серию я на это надеюсь. С одной стороны. С другой стороны, это выглядит так, что будет еще один костюм.
И, значит, блин, ну, он даст нам, кстати, 1, 2, 3, 4 апгрейда. Этот дал 4, тот даст 4, короче, пофиг. Ставим на Energy. Energy у нас 6, и оно же, ну, оно у нас восстановилось и так. Короче, игра нас очередной раз наказывает за то, что мы бэктречим. Если ты вернулся, на тебе получать двух монстров моментально, вообще не вопрос. Давайте тогда сохранимся, чтобы потом заново это все не делать. Тут сохранение — это святое дело, не сохранишь — не проживешь. Вот. Напоминаю, мы играем на сложном. Если кто-то видит в сохранениях надпись «Медиум», это все вранье. Потому что «Медиум» здесь из четырех сложностей, «Медиум» — это предпоследнее, то есть третье. Там, где в обычных играх прячется «Hard» и «Very Hard». Можешь не глюкать, пожалуйста? Спасибо. А нам все равно не сюда. Там, где в обычных играх hard и very hard, то здесь medium и hard. Но, по сути, сложность такая, что патронов вечно не хватает, жизни вечно не хватает. И ее уже тоже накрывают глюки. Все нормально, все хорошо. От лысого чувака мы избавились пару серий назад. Давайте сохранимся, я не против. Тут будут постоянно происходить попытки включения света в этой комнате. Забейте, я буду сохраняться при любом удобном случае, потому что игра абсолютнейше абсурдна, и... Ай, закрой. Минус. Два патрона осталось на этой пушке. Да ты живой еще! Лечиться нечем. Все, карантин снят. Отлично. Вот эта фишка с карантином, она с самого начала игры до, собственно, самого конца игры, она достала невероятно, но игра такая, ну, как бы, я буду это делать. Ты хочешь что-нибудь новенького? Но нет, чувак, я буду просто это делать, потому что, ну, хватит лагать, пожалуйста. Не настолько требовательно, чтобы лагать, понимаешь, игра, прекрати. Вот этим всем туманом, вот этим всем говном в лицо... закрывается столько всего, постоянно тьма, постоянно вот это. Ты не настолько требовательная, чтобы лагать, чтобы... Так, что у нас тут? Аптечка. Так, две пушки я закончил, да, получается? Да. Вместо них мы ставим огнемет, раз. Так и будет. Винтовку, два. Ой, блин, погоди, у меня же рипер был, да, все это время? На четверочке. Значит, пушку перезарядим. Берем рипер. Хотя бы 6 пил на нем есть. Уже хорошо. Там сохранимся, кстати. Пофиг. Рипер, кстати, меня бы сейчас, пожалуй, бы выручил. Но на самом деле я не против того, как я потратил эти оружия. Так что... Окей.
Мне в... Да, сюда. Flight deck runway. Подвинуть тут вроде ничего нельзя. Main hangar bay. Mr. Clark, your colleague safely on board. My name is Kendra Daniel. Stand by, Isaac. He's bringing the shuttle in now. Опа, парковка. Isaac, we can't run the automated loading controls. Must be the damage to the ship. We're losing time. The hive mind is down there. Kind, relax. I'll turn off the gravity in the hangar, then I can load the marker by hand. All right. Серьезно? No, don't worry, Amelia. They understand. Jesus. Кстати, там наверху, видите, что-то есть? Ну, не наверху, а вот на том балкончике. А, мне... Понятно. Знаете, каждый раз я думаю, что я устал. Я серьезно устал уже ругаться на Айзека. Ну, беги, ну еще что-то. Но каждый раз он меня вынуждает заново. А куда? Прекрати, да я зайду. Gravity control. Понятно. Понятно. Ясно, понятно. У нас сейчас будут очередные блевотные политушки. Возьму-ка я, наверное... Ящички мы взяли. Вы подождете, ребят, вы подождете. Что это за место? Так, как минимум ящичек здесь. Припасов много не бывает. Я сначала тут все исследую, а потом мы с вами уже разберемся, что и кому и где надо. Поэтому вы там пока что почильте. Ударить я его не могу, да? Супер. О, пилы на рипер. Офигенно. Не-не-не-не-не-не. Я не буду делать нифига криптового. И где? Где то, что в ящике было? Так, батарейку я, кажется, видел, куда можно вставить. Пойдем. Пойдем, дружище. Маркер может и повисеть немножечко, ничего не станется. Вот этим вот, кстати, как бы так сказать, я ни в коем случае не говорю, добавьте таймер. Если бы они здесь еще и таймеры добавили бы, это было бы вообще отвратительно. Таймеры в играх — это фигово. Но вот таким вот образом, что вы даете шариться по ангарам во время того, как вроде как что-то должно происходить... Вот, вы тоже сильно ломаете атмосферу. Вы могли бы просто позакрывать эти двери, не дать мне возможности их открыть или что-то такое. Ну, то есть, это было бы логично, потому что я же говорю, что таймер — это была бы фиговая идея. О, а зачем мне вторая батарейка? Это интересно, тут есть вторая батарейка. Я могу что-то перераспределить куда? Cargo Rail Tracks и Loading Shutter. Дайте-ка я сюда вот сначала наверх слетаю. Ага, вот для чего мне это понадобится.
Окей, тогда подождите. Тогда подождите. Ага, она идет вот сюда. Тут Лутецкий. Лутецкий — это всегда хорошо. Так что я немножечко пособираю туда. Большая аптечка на трешку. И, кстати, можно было бы ее и использовать, если что. Еще пилы мне понадобятся, я уверен. Пилы — это эффективная штука. Это свали нафиг. Возьми! Спасибо. Тут у нас ничего больше нету. Странно, что эти вещи летают, а эти нет. Может, они чем-то примагничены, кстати. Это вполне вариант. То есть, получается, это у нас был просто вариант подлутаться. Окей, окей, не подходит. Так, там у нас куча взрывчатки. А зачем я полетел? Стой. Мне надо переключить эту фигню. Да, на вот это. Можно без зловещих звуков? Давайте, если кто... Где? Где? Я не вижу. Вижу. Привет, чувак. Почему ты сначала одну использовал? Ладно, пофиг. Нам надо доставить... Минуточку, а как она идет? А, вот так вот надо будет доставить его на корабль. Так, хорошо. Дай 5. Мне его вручную передвигать или что вы предлагаете? Или... А, вот как оно. На швабру патроны были. Так, поворачивай. Legend Teller. Ачивочка приехала.
Так, Reaper. Reaper of Souls. Exiting zero gravity. Почему вот это закрыто? Ну, ладно, пойдем. On board. Come, quickly. Go open the hatch for him. Вы мне сейчас... Ой, там шкафчик не открыт. Мне сюда. Ну, я его встретил, если что. А зачем ты его убивал, если ты могла просто улететь? Make us whole. Sorry, Isaac. I couldn't trust him with the marker. Kendra, what are you doing? Что, блин? What my department sent me here to do. Even if the Valor couldn't help me out like I wanted. Department? Who are you? I work for EarthGov, cleaning up a very, very old mess. I told you and Hammond that Aegis 7 was off limits. The planet was one big government experiment. The marker, this divine artifact, it was built by human hands. That's impossible. В общем, она та еще скотина. Хорошо, я понял. After it was planted here a few hundred years ago, even Kai didn't pick up on that. They found the first marker in some crater on Earth. That one, that was real. Alien. Enough to inspire unitology. Uh-huh. Our people studied it and reverse engineered this red marker. But they needed somewhere to test it. Mm-hmm. You've seen the result. The stuff of nightmares. I thought the old reports were just hysteria. Until I saw what I saw. They sealed off the whole system, buried the records nice and clean. Until CEC got greedy. Those idiots tore Aegis 7 apart and woke up with the old research team left behind. So EarthGov sent you to sweep it all under the rug. Damn it, we have to return the marker. If anyone else stumbles across Aegis 7... It was disappeared once. We can do it again. I've seen how the marker fucks with your head. It must be contained. В общем... For what it's worth. We made a great team. You'll find another way off the Ishimura. I mean, you're one hell of an engineer. Your experiment's gonna kill us all! Daniels! Джек, который Daniels. Смотрите, там написано Us is you. Ishimura превратилась в Us is you. It was all for nothing. Да. Да, Айзек, да. Это то, что я тебе говорил изначально, что не стоит этим всем заниматься. О, да, 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 я забыл про тебя. In the flight control room. Please, you have to come up here now. There's still a way out for us, but we don't have much time. Встретьте Николь. Встретьте Николь. Николь, кстати, ну, как мне кажется, возможно, это маркер с нами играл, обелиск вот этот. Но Николь, по-моему, тоже двинулась. А, дело в другом. Типа, что этот обелиск, он сделан руками человека, а несколько столетий назад был найден настоящий обелиск, настоящий маркер, инопланетный. А вот этот получился путем обратной инженерии, и они его решили испытать на Aegis 7, на вот этой планете. Вот, и, в общем-то, вот как все получилось. А, мне вон на то заперто, запертую фигню, да? Да, скорее всего. Для нас все еще есть путь сбежать. Блин, я бы на самом деле сбежал бы. Мне уже Ишимура подташнивает. Я хочу свалить отсюда, честно. Я знаю, что там будет вторая, третья часть. Я знаю, что продолжается приключение Айзека, все дела. Я в это играть, скорее всего, не буду. Мне вполне хватило первой части. Это хорошая история с крайне фиговым геймплеем. Ну, то есть,
Я смотрел как-то, есть мультики, киношки, там всякое такое по Dead Space, это я видел. Вот, и это прикольно, я же говорю, вся эта вселенная, вся эта история мне нравится. Но вот игра, ладно, опять же, я забегаю вперед, потому что, во-первых, игра еще не пройдена, а во-вторых, я все-таки хотел бы сказать многие вещи именно в финале, после полного прохождения, поэтому немножечко повременим с тем, что я сейчас хочу сказать. Давайте просто продолжать играть. Николь. Николь, Николь, Коль, Коль, Николь. Ну, коль ты Николь, тогда давай. Она же... Да? Daniel screwed it over. You couldn't have known she would take the marker. She left us to die. There's still hope. You can recall the shuttle and remote pilot it from here. Bring back the marker and we can return it to Aegis 7. You can make us whole again. You can I make just it. Don't know what to believe anymore. It's okay, Isaac. You'll know what to do. You can make us whole again. Вот эта фраза, она очень сильно тревожит. Еще и чат рекол. Damn it, Isaac! You don't know what you're doing. Someone's gonna answer for this. Fucking kidding me? Shit! Warning. Escape pod launch detected from shuttle USG-09. Escape pod. Damn. We lost. А нас, то есть. She can't escape her fate. But who can? Мы ждем возвращения шаттла, да? Да. Шаттл с маркером вернули, она катапультировалась на спасательной капсуле. Черт побери, шаттл это шаттл, даже у шаттла есть спасательная капсула. Leave no regrets. Go. I'll reprogram the shuttle with our flight path to Aegis 7 and join you on board. Be watching my back. Я хотел сказать, что заметьте, что пока мы с ней, никто на нас не нападает, и это очень странно. Но нет, я ошибся, потому что тогда мы ее отбивали, и сейчас на нас тоже напали. Мне просто очень сильно не нравится, когда она говорит вот эту фразу «Make us whole again». Это настолько неправильно. Нам обратно на шаттл. Здрасте. Да ты заманал, блин! Сколько вас тут? А Рипер у нас закончился? Нет, на Рипере еще 6 патронов. Я бы очень много потратил, но... Нормально. Справились. Поехали. You're about to leave Ishimura and will not be able to return any active side missions. Как? Active side missions. Нет, игра, спасибо, что, конечно, спросила, но нет. Прощай, проклятая Ишимура.
nothing can stop me, I'm all the way up. Короче, вы же понимаете, что сейчас тоже полнейший трындец творится. То, что тебе нужно было сделать, Айзек, это пристрелить ее, выбросить чертов маркер в открытый космос, желательно в направлении от Земли, и все, и свалить на этом шаттле. Это был бы просто хэппи-энд. We will be whole again, да-да-да-да-да. Блин, игра, давай на этом закончим, я не хочу. Мы уже на шаттле, мы уже можем свалить. Betrayed, преданный. 11 глава альтернативной пути закончена на этом. Началась 12-я, собственно, мертвый космос, Dead Space. Разгрузите маркер. Куча заданий побочных у меня отменилась. И к черту их. Так. А сохраняшка у нас где-то будет? А почему ты сама не можешь нажать? Пальчики коротки. Подожди, немножечко полутаю тут. Во-во-во. Я же говорю, тут еще можно что-то собрать. Они приныкивают в таких местах. Блин, опять деньги дают, опять типа это, ну, а сколько будет стоить последний костюм? Если этот стоил 60, сколько у нас вообще денег? 8000 плюс 1 золотой, 1 серебряный, это 13 тысяч, если я не ошибаюсь. Сейчас, давайте я возьму швабру вместо огнемета пока что. Сейчас я перезаряжу. Вот так, ну четверка это Рипер. Хорошо. Да-да-да, постой минутку, я сейчас еще раз схожу, посмотрю кое-что. Так, тут у нас закрыто. Ну раз оно все триггерится исключительно... А почему тут один ящик, который можно было... Да и черт с ним. Странно, я думал, что можно разгрузить и посмотреть там что-то, как с той статуэткой было. Но нет. Так, тут у нас все закрыто, все заперто, все. Обстановка не особо-то поменялась, но в принципе это тоже можно понять. Тут у нас ничего нет. Я смотрю, у вас весело. Make us whole again. Твою заразу за ногу. Ну хорошо, давайте тыкать кнопочку, получать результат. Все,
Все, слушай, мы разгрузили эту фигню. Track leads directly to the excavation site. It'll work. The hive mind will obey. We'll be home again. Come on, we need to hurry. Где? Понял, пойдем. Нам сюда, скорее всего, налево, да? Да. Батарейку достать. Достанем сейчас. Привет, ребят. Я опоздал на дискотеку, да? А почему стендбай? Почему стендбай? В магаз зайти можно, а сохраниться нельзя. Почему? А, ну 25 стоит, фига себе. Так, за трешку мы продаем. За 25 мы продаем. А, на самом деле я бы купил... Сколько у меня нодов? У меня сейчас 3 нода. А, я бы купил, наверное, еще. Но! Я без понятия, сколько мне понадобится для нового костюма. А, стойте, все открылось, все нормально. Вот эти 3 нода я сейчас закину, наверное... Куда я хочу их закинуть? Чего у меня много сейчас? Так, лайнер. В лайнер можно, кстати... Если мы закинем 3, мы получим еще дэмэдж. В контакт би мы уже дэмэдж закинули. А мы не нашли на него какой-то апгрейд, да, получается? То есть, смотрите. В плазме у нас все. В пульсовой мы не нашли еще какой-то один апгрейд. В рипере тоже не нашли. Reaper of Souls. На самом деле я бы ему дэмэджа добавил. И capacity тоже. Но у меня на него вечно пил не хватает. Вот в чем проблема. Огнемет. В огнемет можно тоже пойти в дэмэдж и в reload speed, в capacity. Кстати. У нас огнемета довольно много. Force gun. Интересно, 4 шага, оно будет по 25, скорее всего, дэмэджа прибавлять. Наверное, да. Так, я предлагаю все-таки в Reaper сейчас пойти. Закинуть capacity, duration и damage. Потому что duration это, по сути, тоже damage. Потому что оно будет дольше крутиться и дольше наносить урон. Нам это нужно. Мы рипером пользуемся много. Нужно было в него вкладываться раньше. Тут, пожалуй, моя ошибка, то, что я провтыкал. Хорошо, сохраняемся, ребятушки. И думаю, что на этом серию будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, добра. Всем молодушек. Всем покеда.